Российские военные передали коллегам из США проект договора по полетам над Сирией. Наши Минобороны рассчитывают обсудить эти предложения с американцами уже сегодня на очередной видеоконференции по обеспечению безопасной работы авиации в сирийском небе. Оба ведомства тесно сотрудничают по этому вопросу. Сегодняшний раунд уже третий по счету с начала месяца. И в российском министерстве намерены выработать окончательный вариант соглашения как можно скорее. Буквально на днях борт нашей авиагруппировки в Сирии и боевой самолет Соединенных Штатов оказались в зоне прямой видимости. По военным меркам это очень опасное сближение. Пилоты повели себя в соответствии с профессиональным кодексом, и никаких проблем не возникло. Чтобы их не было и в будущем, Минобороны и Пентагон, собственно, и готовят соответствующий договор.